Ребят, всем здорово, меня зовут Шоки, сегодня я с Дилайтом снимаю Олимпийские игры в CSGO. Йоу-йоу-йоу-йоу, всем привет, дорогие друзья. Друзья, ребята, мои дорогие друзья, это мои хорошие друзья. Короче, сегодня мы снимаем наши подопечные. Максим, третья нова, Данил, третья нова, Егор, третья нова. И Алишер тоже, наверное, третий нова. Да, третий нова. Мы делаем отбор по третьей нове. Посмотрим, кто у нас сегодня победит. Делаем такую тему, ребята. Будем играть только на одной карте. Но эта карта просто дико крутая. Вы увидите ее попозже. Ну, вы просто офигеете от того, какая она крутая. И вспомните детство, кто играл в Crash Bandicoot. Ребят, ну что ж, давайте начинать. Спасибо еще каждому, кто поставит лайк под этим роликом. А мы приступаем и полетели. Кстати, ребят, если мы наберем 5000 лайков за один день, то ролик выйдет прям на следующий день после этого ролика. Начинаем. Ребят, еще раз всем привет. Мы уже на карте, которая называется Crash Bash Tournament. Эта карта очень похожа на Crash. Можно сказать, что это будет одна из миссий Crash. И сегодня со мной Максим Дилайт. Привет. Да, ребята, всем привет! Я думаю, что мы уже здоровались, да, ребят? Да, мы ошиблись. Но в любом случае, мы начинаем игру. Данил, Егор, Алишер и Максим готовы выполнять эти задания, которые будут здесь даваться. Они думают, что уже все готовы, поэтому прямо сейчас спускайтесь к этой воде и нажимайте на кнопку Е, как только вы будете готовы. Ребят, сейчас нам будет объяснять вот этот челик, что это за карта. Аку-Аку его зовут. Надеюсь, что вы это слышите. Вот его голос. Тут мы должны выбрать, получается, персонажа, за которого будем играть. 4 человека, 4 игрока. Первое испытание — это занимаем цвета. Второе испытание — это футбол. Мечи. Третье — это... выбивать друг друга. Да, спасибо. Танки онлайн — четвертое задание. Пятое задание — ТНТ ран. Там ТНТ, кстати, ребята, сразу хочу подметить, пока вы скины все равно выбираете. Короче, ребят, запомните, когда вы играете на танках, всегда стреляйте правой кнопкой мыши. И когда вы убиваете ТНТ, надо его резануть два раза. Кто-нибудь нажмите на надпись, да, вот сюда вот нажмите. Только друг на друга посмотрите просто, пацаны, кто смотрит ролик, согласитесь, это реально топово выглядит. Крэш, особенно пацаны, Крэш. Крэш это лучшее, что есть. Ребят, игра начинается, это первое испытание. Team Red, Team Blue, Team Yellow. Короче, вы меня поняли. Давай им сразу подскажем, Эрик. Здесь, короче, есть монетки, ребят. Монетка, она дает скорость, а стрелочка, в какую сторону показывает, вы туда моментально типа пробегаете, и вся полоса занимается вашим цветом. И, кстати, да, здесь ваша цель просто пробежать настолько много, чтобы вашего цвета было бы намного больше, чем у противников. Вы можете нападать. Вы можете захватывать территорию. Да, друг друга. Вот видишь, все, видишь? Лол. А, он не коснулся. Крэш коснулся, и все красное стало. Ребят, ну, у вас серые территории, красный. У вас территории, где вы даже не ходили, вы еще шутите? Они просто друг друга начинают гасить. Да-да-да. Зеленый, кстати, побеждает пока что. Смотри, хуже всех пока что играет у нас Team Red, лучше пока что желтый, да. Желтый пока что лучше. Ну не-не, желтого уже перебили. Сейчас синий пока что лидирует. Да, синий выиграл. Ребят, первое испытание выиграл синий. Кто это был? Егор. Егор, поздравляю, ты побеждаешь первое испытание, идем дальше. Второе это гонки. Делать, расскажи условия. Короче, ребята, смотрите, если вы бьете мячик правой кнопкой мыши, то он летит очень быстро, левая слабо. И если вы бьете, ну, касаетесь, точнее, фарой своей, там, левой и правой фарой, да, то вы соседу забить можете, поэтому будьте аккуратны. Вот видите, сейчас зеленый в красного вообще пульнул, хотя по логике он должен пулять в желтого. Вот, желтый уже, кстати, мяч не поймал. Видел, да? Пропустил мяч. Очень опасная катка. Данил пытается, Егор также. Но не забывайте, что у каждого свой шанс. Короче, вы можете пропустить 15 мячей. Там, кстати, Максимка потеет. Я сейчас смотрю за ним, он отбивает где-то порядка 7 мячей. Ты просто посмотри, как на него сейчас покатилось 7 мячей, я аж офигел. Ну, Максим отбивает, кстати, реально отбивает. Да-да-да. Пока что хуже всех дела обстоят у голубого, лучше всех у желтого. Посмотрим, кто у нас желтый. А я не вижу желтого. Это, желтый, наверное, он... Алишер, наверное. Да, это Алишер. Алишер радостный, наверное, сидит. Как же красный потеет, ты просто посмотри за ним. Ну хотя нет, он уже пару мячей пропустил. Ребят, ваша цель здесь забить противником 14 мячей. После этого его зона блокируется, и там появляется щит. И об этот щит, естественно, мячи ударяются. То есть закрытая зона, так скажем. Поэтому, ребят, вам стоит объединиться и выкинуть кого-то одного, потом второго, потом один на один драться. Ребят, напоминаю, что первое испытание выиграл Егор. Вот он, давайте посмотрим, как он будет сейчас играть. Он у нас синий, но мне кажется, что он сейчас первый вылетит.
Он пропускает. Он пропускает три мяча. Кстати, смотри, 7-3-4-9, они очень близки уже. Желтый также может сейчас вылететь. Мне кажется, а где здесь... ты это смотришь? Я не могу это увидеть. А, все, вижу, вижу. Number of life. 4 осталось. Да-да-да. Опа, как же Егор отыгрывает, господи, чуваки. 3-1, ну, yellow, желтый. Кстати, смотри, на желтого yellow. Смотри, все, желтый вылетел. Все. Егор синий вылетел. Тоже. Кто остался? Красный и зеленый. Остался зеленый и красный. Но здесь, кажется, уже ясно, кто выиграл, потому что ХП очень мало у красного. Да, рандомный мяч. Все, красный проиграл и выигрывает нас зеленый. А зеленый у нас кто, ребят? Данил. Данил, поздравляю, у тебя балл во втором испытании, поэтому счет у нас получается 1-1. Прыгайте, прыгайте, ребята, когда вы кого-то толкаете, вам надо прям с прыжка, знаете, в него прям так. Да, только объясни, что с Данилом, почему вы в воздухе. Вы сначала, в смысле, где? О, в воздухе почему-то, пацаны. Мне кажется, что нужно здесь рестарт гейм 1 делать. Что за фигня? Второй тоже наверху, смотри. А, его выкинули, походу, слышь? Ты думаешь, выкинули? Да. Они просто выкинули. Да-да-да, вас выкинули. То есть сейчас сражаются Алишер и Максим, а дальше что? Ну, давайте вот посмотрим, давайте посмотрим. Так, ваше задание выкинуть. Я даже не буду вставлять музыку в ролик, потому что здесь своя музыка классно. Ой, все, выиграл, да. Получается, кто? Синий вроде бы. Кто выиграл, пацаны, кто выкинул последнего? Ну, да, там, в принципе, без разницы, там видно все, счет показывает, Эрик. Да, по счету все видно. Правая кнопка мыши, не забудьте. Все, минус сразу Егор и Алишер. Остались только Егор, остался только Максим на танке и Данил. Не, ребят, карта очень странная, но она... Они очень быстро друг друга поубивали. Да, 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 но она достойна того, чтобы быть как отдельная карта на весь выпуск. Смотри, что делать, Максим застрял. Оба, здорово. Ой-ой-ой, Максим выигрывает. Кстати, смотри, какой счет у нас, 1-1-1. Да, у всех по одному. Если я бы знал, кто выиграл последнюю, предыдущую игру, было бы супер. А там же показывает. У меня не показывает. Не, у всех по одному. А, все, у всех по одному. Ребят, да. Сейчас решается, кто выигрывает это испытание, тот выигрывает ножик в CSGO. Суть этого испытания. Вы должны не взорваться. Короче, и как не только. Бьете обычный ящик в своего товарища или там противника, то он застревает примерно на секунду. Если вы хаваете персик, ну, съедаете персик, вам 20 или 30 хп восстанавливается. Минус Максима уже. Идем дальше. Алишер 63 хп, Данил 98 хп, Егор живучий, 100 хп у него. Так, смотрите, ребята, как только вы слышите звук у ТНТ, то что он уже все пипикает, вы должны от него отойти, либо ударить, чтобы она бы отлетела в противника. Ой, хорош, ой, как же сильно, но нужна была граната. Так, Данил у нас, получается, пользуется хорошим моментом и очень хорошо попадает по Алишеру. Так, Данил 20 хп, Егор 100 хп, Алишер у нас 47. Даже музыка такая жесткая, знаешь, прям типа на пот, да. Видно, ребята стараются. Как только вы кушаете яблоко, вы восстанавливаете себе хп, как я понимаю. Поэтому, да. Как только вы находите яблоко, ребят, пользуйтесь и кушайте. Так, все, ребята, вы так все отошли, да, все отошли просто от бомбы, хотя вы все же хуже делаете. Так, Данил идет к яблоку, берет хп. Так, ребята, пожалуйста, давайте экшен. Я понимаю, что вы хотите... О, минус Алишер, вот и экшен. Получается, остается на поле только Данил. И Егор. И Егор. Ребят... Как ты думаешь, Данил или Егор? Давай ставки ставить. Егор. Я на Данила ставлю. Давай, Данилка, не подводи. Данил Егор, Данил Егор. Но я думаю, что здесь будет уже сложно, конечно. Очень маленькая, очень много хп у противников, по 100. Хорош. Да ладно, Егор, ты выигрываешь? А нет, ты умираешь. Данил выигрывает ножик, господи, серьезно? Это зеленый. Да, зеленый, Данил, поздравляю, ты выигрываешь реально сейчас ножик в CSGO. У тебя нет ножа, это самое главное. Ребят, все. Не, можно не начинать, это начинается новая катка, это нам не нужно. Ребят, я думаю, что можно перейти на карту, где будет жеребьевка и так далее. Погнали.
Ребят, ну что ж, мы прямо сейчас, получается, на карте, где будем выбирать победителей. Первое место, ребят, это Данил. Заходи на трон, вот твое место. Ты получаешь от нас, от всей нашей съемочной команды, ножик в CSGO. Поздравляю тебя. Я прям сделаю для тебя что-то подобное победителям. Вот это. Поздравляю тебя. Ну что ж, сейчас, ребят, давайте сделаем такую вторую тему. Это второе место. Делает кто у нас второе место? Второе место у нас занимает Егор, потому что он на самом последнем раунде, он остался один на один против Данила и доблестно сражался. Вы Егор, занимай второе место, вот оно. Егор, да, поздравляю тебя. Так, ну что ж, ребят, третье место, это Альшер. Альшер, занимай свое третье место. Кстати, стоп, Сосо, не занимай. Человек, которого зовут Егор, ты, кстати, получаешь $20. А человек, которого зовут Алишер, ты получаешь $10. Вот так его дела. А ты? Сейчас, до тебя дойдет очередь, секундочку. Короче, вот твои крылья. И получается последнее место, четвертое. Господи, такой позор, да? Максим, занимай здесь это место, и для тебя уже место уже приготовлено, знаешь. Сейчас для тебя все это сделаем, я ускорю время. Потому что это обязательно, это реально обязательно. 5 секунд, и все, почти готово. Вот твое место у свалки. Так, короче, ребят, ну что ж, $5 ты получаешь. Максим, ну как же так? Последнее место занять. У тебя пока лагает? Хочешь под рюком вытяжь? Короче, ладно. Ладно, пацаны. Не поймут. Ребят, всем большое спасибо за выпуск. Спасибо большое всем за участие. Ребят, давайте наберем под этим выпуском. Ну, поставьте прямо сейчас лайк, кому нравится это шоу. В любом случае, будет приятно, короче. Как я и обещал, кстати, я выпускаю Олимпийские игры почаще, потому что лайки собираются. Ребят, слева на экране посмотрите другие выпуски шоу Олимпийские игры в CSGO. А справа ты сможешь подписаться на канал, если ты еще не был подписан. Удачи тебе, с тобой был я, Шок и Дилайт. Ссылка на Дилайта есть в описании. Пока.